Человек всегда стремился улучшить то, что создано природой. И нашему предприятию данный вопрос удается решить путем отбора лучших пород крупного рогатого скота и свиней по всему миру. Минское племпредприятие создано в 1997 году. Оно включает в себя 21 филиал райплемстанций, находящиеся в каждом районном центре Минской области. Наша основная задача – улучшение породных качеств всех видов сельскохозяйственных животных в центральном регионе. Мы предлагаем семенной биоматериал высокоценных быков-производителей отечественной и зарубежной селекции мясных и молочных пород, хряков-производителей пород «Ландрас», «Йоркшир», «Дюрок». На Несвежском филиале содержится более 100 голов быков-производителей. Средняя племенная ценность оцененных быков молочных пород составляет 148 единиц при молочной продуктивности матерей более 12 тысяч килограммов молока с содержанием жира более 4%, белка более 3%. Племпредприятием за последние годы завезено по импорту из Германии, Дании, Эстонии несколько десятков голов высокоценных племенных быков мясной, ангусской и молочной, галштинской породы. А также прибыло два быка бельгийской голубой породы из Нидерландов. На станции быков племпредприятия производится семенной биоматериал быков-производителей в пайетах по технологии мирового уровня на немецкой технологической линии «Мини-Тьюб», позволяющий осуществлять фасовку, маркировку и заморозку спермы быков-производителей. Качество семени и степень разбавления определяется в автоматическом режиме. На предприятии в спермобанке имеется более 8 миллионов доз семени быков-производителей. Для целей селекции открыта молочная лаборатория, оснащенная оборудованием датской фирмы FOSS Analytical и Delta Instruments, Нидерланды. Приборы скомбинированы в единый комплекс для определения содержания соматических клеток в пробах молока. Ежегодно анализу подвергается до 1,5 миллиона образцов из хозяйств активной части популяции, задействованных в селекционном процессе. В рамках внешэкономической деятельности начата работа по реализации на экспорт племенных животных. Так, на протяжении этих лет реализовано племенного крупного рогатого скота и племенных овец в Грузию, Республику Казахстан, Республику Узбекистан. В составе Несвежского филиала премпредприятия имеется станция по искусственному осеменению свиней, оснащенная новейшим технологическим и лабораторным оборудованием и укомплектованная племенными хряками импортной и отечественной селекции трех пород – дюрок, ландрас и йоркшир. За последние годы завезены хряки датской, чешской и ирландской селекции. Ежегодные объемы реализации качественной спермопродукции хряка в станции составляет более 180 тысяч доз. Сельскохозяйственные организации области получают возможность обменяться высокопродуктивным племенным материалом, распространяя тем самым лучшую генетику. Свидетельством успеха в предприятии являются награды в различных достижениях. Мы стремимся, чтобы наши породы становились более доступными для всех с их полезными продуктами высокого качества. Мы делаем все, чтобы лучшее оставалось с нами.